В Ереване стартовал чемпионат мира по самбо. В соревнованиях участвуют спортсмены почти из 55 стран. Среди них в течение 3 дней определят обладателей свыше 20 комплектов наград. В составе сборной России в своих весовых категориях выступают и 4 дагестанских спортсмена. Это Аслан Курбанов, Саид Саидов, Загит Гайдаров и Мухтар Гамзаев.